танки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных волшбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровь.
Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то Весемир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Все-таки перевал.
У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Белье. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Я не хочу быть разумным. Ага, вот в чем дело. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед... А ты их так много знал? Не все ли равно? Лера, отличный у нас все-таки перевал. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки.
Старый ведьмак крепко спит, а Цири разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъел? Какие скуты. Вот холера. Ты дал ей этот кирп... У Иоанна из Бруга не самый... Что? А я сколько раз ей говорю... Отведи на... Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею. Ну, чудовищем не... Увидимся внизу. Нет. Есть еще. Для ведьмака? Может быть. Да. В любом случае. Ой, да ну. Я знаю. Ой, прости, я все поняла. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Вот-вот. Мы побежим через стен. Конечно, через стены. Ты в школе ведьм... Я внизу первая! Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Я сказал, что тебе нельзя так делать. Я внизу первая. Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов.
Цири, не кривляйся. Ой-ой-ой! Ну и лицо у Весемира. А ты чего ожидала? Ты что? Я уже... Мала... Под... Ну ты ж... Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не... Ты способная ученица. Ладно, хватит. Опять? Не при... Ну что? Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт! Быстрые удары! Раз, два, три! Сильнее! Чтобы удар в костях чувствовался! Эй, барышня! Локоть при ударе не выпрямляй! Геральт, не выделывайся! Что ты творишь? Довольно глупости! Геральт, не выделывайся! Уклоняйся! Ноги, Цири, про ноги не забывай! Ну давай! Двигаешься сегодня, как муха в смоле. Еще раз. Что теперь? Теперь блок. Тренироваться. Цири, смотри, будет под каким углом Геральт держит меч. Что мне делать? Я дерусь с глупой куклой. Научишься плавать. Пустим воду. Репост! Удар! Отвечай! Может, погода меняется? Теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Умри. Что ты творишь? Квен иногда называют ведьмачьим щитом. Смотри, почему.
чтобы искры летели. Если бы не Фен, я бы оказался в огне. Арт Геральт, давай! Что ты творишь? Собьешь ног. Переходим к Аксу. Как я его не люблю. Что, драться расхотелось? Что ты творишь? Довольно глупости. Иди сюда. Яран, не выделывайся. Ах, Атаксия, все в голове. Теперь Ирден. Помнишь его? Не выделывайся. Видишь, Цири? Так я и шевельнуться не смогу. Видай, не бойся, Цири, Квен выдержи. Что ты творишь? Thank you.
глаза. Ой, ну и достаточно. Вой. Теперь спарим. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай! Ах, вот же дьяволенок! Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Не хочу об этом говорить. Понимаю. Ну что, в путь? Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Ты собирался его чит... Нам надо встрет... Тут еще по скрипту. Это личное. Очень личное. Ага. Понимаю.
По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Там идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Север. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кайдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Отдохни. Эй! Идем. На помощь! Помогите! О, боги! Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам надо думать вознаграждение? Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они бесплатные и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след... Как я и говорил. Да. А вы ищете кого? А тебе какое дело? Так ведь это... Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там...
Неплохо. Да что ты? Так е... Привет. Привет. Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей-то... Что? Сними это, пока не потно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерии, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь! Чё? Ведьмаки? Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет.
Чего изволите? Покажи, что у тебя есть. Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черный и белый. И... Да... Может... Спасибо за все. Судари ведьмаки. Сперва. Если нам кто-нибудь помочь тебе с перевязкой, тогда поспрошу. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из вор... Да. Раньше... А ведь с тех пор, как мы избавились... Да. Раньше... Раньше было... Не тебе меня возраст... Пока. Пока. Еще чего-нибудь? Может, есть что интересное? А это зависит от... Как тебе жизнь при Нильфга? Да, как и при друг. Жаль ее мне. Прощай. Уже стемнеет. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. А ты... Говори живо. Была тут женщина, одет... Говорят, пронеслась так... Куда по... Люди! А у тебя... Пустая трата времени. Могу я тебя отвлечь? Почему нет? Геральт, я ищу одну женщину. Длинные волосы... Разумеет? Вестница войны? Людям... За последний...
Нет. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Нет. Но ведь это так... Вообще, почему нет? Да, это... Если доведется... Я запу... Я ищу... Нет, нет. Два шнапса! Я не пью с незнакомцами. Да ладно. Я понимаю, место это занюханное, но рюмочку. Давай лучше к делу. Йеннифер из Венгерби? Я не говорил как... Ну, хорошо. Кто ты? Когда-то я... Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за... И он... Наша. Меня ты тоже знаешь, по... Твое здоровье! Ты видел Йеннифер? Не твое это дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтоб... Говори. Пока ты... К делу. Где? Выхла... Куда? Спаси. Мы... Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего... Не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! А, твоей жопой я сам займусь! Не отпускай его! Что, драться расхотелось? Приятно было познакомиться. Теперь помедленнее. Как кузнецов сынок пропал. Мужики начали немного. Прикольно, если такой гречу сынок не полетал. Но он отнекивался, то все. Таким чик-чик. Ваш ты был. Давай. Вот и конец. Только мальчонка. Гостера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерва. Нас от злата избавили.
место силы. Отсюда изливается магия. Не торопись. Вперед, плотва! Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Предупредил. Ну, сколько мне еще ждать? Поведет нас прямо на Новиград. Эй! Это воен... Ты похож на... Ведьма. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не... Стой! Волк из Грифон-де-Санфорд.
придется ликвидировать часть вашего урожая. Лишь бы нам солнышко светило. Так сколько деревня да? Сколько? Посмотри, какой. Сдадите три. Благо... Кроме старост. Логики тебе нет. Геральт, Йеннефер. Это воен. И все еще не вы. Тут в окре. По рукам. Сперва. С тех пор. Значит, судя. Для прикру. Да. Нет. Загляни. Для прикру. Да. Нет. Загляни. Для прикру. Да. Нет. Загляни. Мне нужно больше сведений об этой. Может, они иск. Мысл. Тамира и мыслов. Эзон. Отдохни. Опять мне косули деревца пообщипали. Но! Давай, плотва! Плотва. Эй, помогите путнику! Отдохни. Что случилось? Чудовище! Ну... Ладно, схожу. Вперед, плотва!
не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой... красный цвет. Это сильно сказано. В большой. Это все, что... Здесь... Да будь... Я хоть... Так у кап... У капитана... А. Не думаю, чтобы... О. Ты же... Много... Верно. А ты... Может... Латва, не так быстро. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Отдохни.
Шевелись, плотва. Добрая женщина, доведет ли меня эта дорога до Бензина? Скорее, до могилы. Не слыхали разве, что здесь грифон рыщет? Сперва черные к вам пришли, теперь грифон. И путникам тоже не следует. Если вы один заберете... Мое почтение. Проколоть. Как есть беда. Два. Потому как травниц... Дело серьезное. Походя с этим не разобраться. Я... Спи, деточка, спи. От сна здоровее будешь.